Всем привет! Спасибо, что заглянули на наш канал. Сегодня к нам приедет моя подружка с дочкой. Ее зовут Полина. Поэтому сегодня я буду, наверное, убираться дома по генеральному, скажем так. Не просто там полы пилить, а постараюсь... Вот так, скажи привет. Да. Мультики скажи, я там смотрю, да? Пока мама ля-ля тут. Да, ва-ва. Ёлочка там. Ава-ва-ва-ва-ва. Там сидит на балконе, да. Ава. Да, привет, скажи. Ава-ва-ва-ва. Таюш, не надо, ладно? Вот. Так что сегодня буду убираться. Постараюсь прибраться, а то все-таки гости приходят. Вот. И буду готовить сегодня картошку с курицей. Вот только еще, честно говоря, даже не знаю, что сделать. Да, вот мама картошку в раковину положила, да? Не знаю, то ли я уже вон, видите, как, наверное, на заднем экране, ой, на заднем плане, курицу выложил размораживаться. А что делать с картошкой, не знаю, то ли пюре делать, поскольку девочка тоже ребенок будет. И Тая у меня пюре кушает. А Вавав там, да? Да, дракоша твой. А там Ава-Вав. Ава-Вав-Вав, да. Вот, начали мы, кстати, как вы заметили, если вы нас смотрите давно, начали говорить мы новые звуки. Вот она Ава-Вав на собачку стала говорить, меня Тая. Стала мяу-мяу говорить. Да? Если кошку вид говорит мяу-мяу, еще какие-то звуки у нас новые появились. Ава-Вав-Вав. Ава-Вав на собачек точно говорит. Вот, меня это уже радует. А то мы только маму-бабу говорили. Баба. Да, вот так. Вот, так что сегодня мы ждем в гости Полину, да, скажи, мы сегодня в гости Полины. Да, там она приедет. И буду думать, что приготовить покушать. Все-таки дети, надо какое-то детское меню невредное приготовить, чтобы можно было всем поесть, и взрослым, и детям. Кстати, по поводу моей подруги, знаете, где мы с ней познакомились? Мы с ней познакомились, не поверите, на Авито. Уже год, как мы с ней дружим. А началось все с того, что я, когда Таечка родилась у меня, я начала искать комбинезон зимний. У меня был один пуховый, но он такой был, знаете, прям зимний пуховый Кика компании. Он был как роба. Вообще, то есть я ее в него ложила, и все, и там, ну, всю коляску, в общем, этот комбинезон занимал. Хоть он и теплый, пуховый был, хороший. Да, там мультик твой идет. Пойдешь мультик смотреть, Таюш? Вот, но я искала так, чтобы было как бы пространство у меня, если вдруг Тай будет холодный. Ну и вообще, одевать его не очень удобно было. В машину в этом комбинезоне невозможно было даже в кресло посадить. Беги, Таюш, беги. Давай, дракоша, может, запоет песенку? Беги. Вот, и я искала как бы альтернативу, у нас был еще не демисезон, а такой мазакеевский комбинезон. На, дракоша, на. Попробуй, включи его. Вот, ну, я боялась, что мазакеевский будет холодный, и искала именно зимний. Вот я у нее на Авито нашла Чика. Наш красный красивый комбинезон Чика до минус 20. И в итоге, после этого, как я у нее купила комбинезон Чика, после того, как я купила у нее комбинезон Чика, я уже у нее потом столько вещей взяла. Просто до нереальности. И вот мы начали как-то списываться, общаться, общаться. У нее оказалось... Сейчас, Таюш. Держи коробочку. Я так как поняла из разговора, что ей некуда было девать детские, девчачьи вещи, потому что все мальчишки вокруг. А у меня не у кого было, скажем так, даже из своих знакомых, потому что у меня либо уже все выросли и давно отдали все свои маленькие вещи, либо мы не попадали в сезон. Таюш, не надо, это же чай с ромашкой. Коробочку рвать не надо. Да, вон у тебя чай, давай я тебе дам чай.
Вот, у Таечки чай есть, да? Да, Таечка пьет у нас чай. Вот, и вот так мы, в общем, с ней сдружились, списывались. И теперь общаемся постоянно. И, в принципе, меня даже устраивает то, что у нее-то Полина как раз подрастает. Из тех вещей, которые вырастает Полина, мы как раз дорастаем до этих вещей. Да, Таюш? Вот, и, в общем, мы сегодня их ждем в гости. У нас на улице опять холодно, даже в квартире было холодно. Я сегодня кухню прогревала, газ включала. Да, вот так холодно, да. Не знаю я, как выдержит мой новый аккумулятор в автомобиле, кстати, посмотрим. Вав-вав на балконе, да, вав-вав на балконе охраняет нас, да? Да. Так что вот такие у нас сегодня будут планы. Если интересно, оставайтесь с нами. Кстати, вот хотела сказать про картошку, что в последнее время, какую бы картошку ни покупала, смотрите, она вся больная. И вот чистишь даже ее постоянно, вот вся в болячках, я не знаю, что делать. И в Ашане покупала, и на развес брала. Кто там? Вот, вся больная картошка, вот просто получается половину картошки счищаешь. Ни одной нормальной картошки, наверное, за последние полгода я еще не купила, чтобы не было никаких болячек на ней. Ку-ку. Да, ку-ку. Это у меня ребенок так требует, кстати, телефон. Мы теперь воюем с ней за технику. Вообще не оторвать ее ни от телефона, включая ей на YouTube всякие, знаете, типа «Теремок», «Синий трактор», детские мультфильмы. Иначе у нас тут начинается сразу истерика на полу валяние, да? Угу. Да. Мама картошку чистит, а Тая что делает? Тая балуется. Купила я, кстати, ребенку несколько разных видов. Да, тесто вот такого от Play-Doh. Вот мы сейчас занимаемся лепкой с ней очень активно. У нас и синий, да, Таюш, скажи? Оранжевый, да? Это тесто, я так понимаю, соленое. Краситель обещали, что там пищевой. Ну-ка, давай, складывай. Как ты складываешь? Покажи. Вот так, молодец. Да, и это тоже туда надо, да? Угу. На, вот еще. Вот еще синенькая у нас, да, есть? Синенькая. Ну, на, еще две. Вон сколько баночек мама тебе купила. Купила, в общем, я, получается, набор из 4 цветов. Оранжевый, желтый, зеленый. Где-то еще, Таюш, какой-то был? Да. Где еще один, не знаю. Или из 3, один я отдельно. Вот этот синий я самый первый покупала. Он у нас уже наполовину меньше стал. Колбаска в 2 раза меньше уже. И уже банку вон та, всю на ней прыгала, она уже почти вся поломана. Но хорошо, что хоть пластик очень такой качественный и не ломается. А у нас тут конфуз. На пол. Да, конфуз. И еще и танцуем мы в этом конфузе теперь, да, Таюш? Угу, да. Вот так вот-то. До горшка не дошли, да, мы? Помощница у меня тут помогает мне вовсю. Даже прям не знаю, как ее отблагодарить. Да, Таюш? Да, вот так давай, конечно. Кушать маме готовить, чтобы было еще проще, да? В общем, мы практически уже даже убрались общими усилиями. Видите, как у меня ребенок старается пылесосить, да, Таюш? Вот так. У нее наконец-то пропал страх уже перед пылесосом. Как-то я говорила в одном видео, что она прям вообще плакала. Теперь у нее этот пылесос не отобрать. Ну, вот так. Thank you.
Вот так мы играем, да? Ой, сейчас маме нос сломаешь. Бум. На, попробуй лимончик. Будешь кушать, нет? Ну-ка, попробуй. Ты кисленько. Ну? Ну что, нравится, нет? Ну, попробуй. Ну как? Нравится, да, лимончик? Ням-ням, что ли? Вкусный. Даже не морщишься. Ну... Что там нашла? Что там нашла? Семечку нашла? Опа! Ну вот, мама же не зря полы мыла, да? Вот так вкуснее. Какой лимончик вкусный! Вот наши гости. Помаши, Таюша, ты вон, Полина тоже машет. Наконец-то мы дождались наших гостей. И Таечка машет тоже, да? Мы кушаем сейчас. И собачку кормим. И собачку кормим, да. Вот. Вот у нас как все здорово. Наконец-то мы их дождались. Посмотрим давай пакетики. Тебе что в гости привезли? Посмотри. Ну-ка посмотри, что тебе привезли. Кроссовочки или что это? Сандалики? Что тебе такое еще привезли? А еще смотри, коробочку тебе Полина привезла, да, Полин? Угу. Вот. Скажи привет. Привет. Вот, да. Таечка подарочки смотрит у нас, да. Сандалики, а вот смотри еще какие красивые тебе привезла Полина, да? Да, померить хочешь? Давай померяем. Вот какая красота! Ой! Да, красивые тебе привезла Полина, да? Да, вот, скажи, какие у тебя. Молодец, да. Тихонечко, тихонечко. А иди покажи тете Наташе, какие у тебя босоножки. Таюш, иди покажи тете Наташе. Иди покажи, тетя Наташа, какие у тебя босоножки. Иди покажи. Да, иди, иди покажи, иди покажи. Все при делах. Глазки. Улыбку солнышку нужно сделать. Ну смотри, Полина рисует, Таюш, да? А ты с барашкой играешь. В новых тапочках ярких. Какое солнышко красивое. Что будет дальше? Ой, улыбка такая. Солнышко, солнышко, да? Да? Глазки сейчас Полина нарисует. Да. Ой, как здорово. А что тебе под глазки начал бровки рисовать? Зубки здорово. Очень красиво. Я сама умею. Очень красиво. Молодец. Ну давай облака теперь вот здесь рисуй. Таюшка ногу уберет сейчас. Давай, сейчас Полина облака нарисует. И птичек она умеет еще рисовать. Ой, какая ой, молодец. И птички. О, что здесь? Отлично. Полинка рисует. Идем тоже порисуем? Идем, Таюш. Да, иди порисуй с Полиной. Идем сюда. Идем солнышко нарисуем. Идем. Идем солнышко нарисуем. Рисуй, рисуй, Полин, сама рисуй. Давай Тае картину нарисуй. Она потом будет смотреть и тоже учиться рисовать. Пока-пока. Пока-пока. Приезжай к нам еще. Хорошо? Да.
Молодец, ладно. Тоже пригласи, скажи, теперь вы к нам приходите. И Таечкам. Хорошо, и мы тоже к вам приедем. Ну ладно, Таш, давай, счастливо. Все, спасибо, пока. Угу, пока. Вот у нас гости уехали. Время уже почти 10 вечера, поэтому мы с вами прощаемся. Таюш, помаши ручкой, скажи пока-пока. Кажется, где-то рядом жулик. Вот, пока-пока всем. Или хочет стащить наши вещи. Да? Пока-пока.